Всем привет! Скоро уже будет тепло, будет весна, будет лето, и всегда хочется что-то новенькое. Поэтому я предлагаю добавлять в свою копилочку узоров новые мотивы. Очередной мотив. Снова ниточку беру Макси. Я много вяжу этими нитками, поэтому у меня остатков таких ниток всегда хватает. Крючок я беру 1,5. Кстати, ссылочку, как всегда, брошу в описании, потому что потом задаете вопросы. Ссылочка будет на крючки, где я покупала, в описании. Можете смотреть. Итак, давайте вязать. Начинаем вязать от серединочки. Ну вот у нас начало идет. Итак, первая скользящая петля. Далее 3 воздушные петли подъема, так как следующий ряд у нас будет состоять из столбиков с накидом. 3 петли подъема, они заменяют столбик с накидом. Между столбиками у нас будет идти воздушная петля. Итак, получается вот как бы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, как бы 12 столбиков с накидом. В следующем ряду у нас будет идти обвязочка. Каждую петлю столбики без накида. Итак, вяжем скользящую петлю и первые 2 ряда. Я думаю, все понятно. Более подробный мастер-класс, как связать скользящую петлю, вы можете посмотреть у меня на канале. Ссылочка в описании будет под видео. Переходите и смотрите. Итак, сделали первую петлю. Почему скользящая? Потому что когда потом вот за хвостик тянем, он у нас стягивает серединку. Думаю, понятно. Итак, сделали петельку. Дальше поднимаемся на 3 воздушные петли, которые заменяют столбик с одним накидом. Первая петля есть, которая вышла у нас со скользящей петли. Дальше вяжем вторую, третью. Провязали эти 3 петли, заменяют столбик с накидом. Между столбиками у нас идет воздушная петля. Провязываем еще воздушную петлю. Дальше накид на крючок. И вот в это колечко вяжем столбик с накидом. Это у нас получается как бы второй столбик с накидом. Первые 3 петли заменяют первый. Снова воздушная петля. Накид на крючок, снова в это колечко столбик с накидом. Это третий. Воздушная петля, накид на крючок, четвертый столбик с накидом. Воздушная петля, пятый столбик с накидом. Воздушная петля, снова в колечко шестой. Воздушная петля, седьмой, воздушная петля, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, я запуталась, 8, у нас должно быть их 12, воздушная петля, 9, воздушная петля, 10, воздушная петля 11 столбик с накидом, воздушная петля 12 столбик с накидом. Завершаем этот ряд. Воздушная петля, и вот у нас шел первый столбик, вместо первого столбика с накидом у нас было 3 петли подъема, вот первая, вторая, третья. И вот в третью петлю заводим крючок и через обе петли протягиваем ниточку. Наш первый ряд готов. Вот серединка видно такая некрасивая, крупная. И теперь мы этот хвостик берем и аккуратно затягиваем. Вот так пальчиками придерживаем, видите, и подтягиваем. Вот, вот так. Вот потому это и есть воздушная петля. Эту ниточку можно даже сразу сейчас, чтобы она нам не путалась, не мешала в вязании. Давайте мы возьмем сейчас крючок поменьше. И эту ниточку, которую мы затянули,
в серединочке. Мы ее запрячем вязанием. То есть сейчас между петлями с изнаночной стороны, вот так я завожу крючок меньшего размера, захватываю эту ниточку и протягиваю еще немножко, ну так, не через несколько петель, чтобы спрятать. Так, вот так снова захватываю и протягиваю. Ну, еще разочек, вот так как бы в обратную сторону. Все. Этот хвостик можно смело уже отрезать. Все, нам не будет мешать. Вот так. Дальше. Вяжем, продолжаем вязать следующий ряд. Следующий ряд, помним, у нас идет обвязка в каждую петлю. Столбик без накида. То есть, соответственно, у нас было в прошлом ряду 12 столбиков с накидом, между которыми идет воздушная петля. Соответственно, над каждым столбиком у нас будет столбик без накида, и там, где воздушная петля, тоже столбик без накида. Соответственно, получается 24 столбика без накида получится. Итак, там, где мы закончили этот ряд, вот верхушечки столбика, мы провязываем воздушную петлю. Она у нас заменяет столбик без накида. Дальше, там, где у нас шла воздушная петля, вяжем столбик без накида. Дальше над столбиком снова вяжем столбик без накида. Снова, где воздушная петля шла, вот между столбиками, может плохо видно, я не знаю, столбик без накида, тоже над столбиком в петельку верхнюю, вот я беру за обе стеночки, вот видно, да? Так, столбик без накида, снова между столбиками, сейчас попытаюсь вот так развернуть, чтобы видно было. Вот, между столбиками, где воздушная петля была, столбик без накида, над столбиком столбик без накида. Ну, я думаю, понятно. И так мы вяжем до конца этого ряда. У нас идет обвязка, в каждую петлю столбик без накида вяжем. И у нас получится, соответственно, 24 таких столбика. Провязали этот ряд и завершаем вязание. Вот последний столбик без накида мы провязали, вот воздушную петлю, которая между столбиками, и завершаем вязание. У нас петля подъема первая, в эту петлю заводим крючок и через обе протягиваем ниточку. Вот так у нас получился красивый круг, как колесико. Дальше давайте посмотрим следующий ряд. Итак, следующий ряд вяжем. Вот мы обвязали вот этот ряд, и в этой точке мы остановились. Следующий ряд мы вяжем. Столбики у нас идут пышные столбики. Вот два столбика с одной верхушкой. Вот. 1, 2, 3, 4 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с двумя накидами. Вот заканчиваются они у нас вот все в одной верхушечке. Вот первый столбик с двумя накидами, и с этой же точки второй столбик с двумя накидами. Дальше мы не довязываем до конца, у нас верхушка будет на 4 столбика одна. В следующую петлю мы вяжем снова один столбик с двумя накидами, не довязываем, и второй. И вот только теперь мы завершаем эти все 4 столбика вместе. Вот у них одна верхушечка видно. Дальше между этими, этой группой столбиков у нас идет вот 1, 2, 3, 4, 4 воздушные петли. И снова повторяем. 2 столбика с двумя накидами в одну петлю провязываем, до конца не довязываем, снова в следующую петлю 2 столбика с двумя накидами мы
не довязываем, и только теперь все 4 провязываем вместе. Снова между ними идет 4 воздушные петли, и так продолжаем вязать этот ряд. В итоге у нас должно получиться вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 таких, ну, скажем так, лепестков, да, мы назовем их лепестками. Итак, давайте вязать. Поднимаемся сейчас на 4 воздушные петли, они у нас заменяют столбик с двумя накидами. Итак, 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок, и в эту же петлю мы вяжем второй столбик с двумя накидами. Итак, мы провязываем первый накид, провязываем второй накид и оставляем петлю на крючке. Снова 2 столбика с накидом. В следующую, вот у нас идет следующая петля, мы провязываем в следующую петлю первый столбик с двумя накидами, не довязываем, оставляем на крючке, и в эту же петлю второй столбик с двумя накидами. Вот в эту же петельку вяжем первый накид, вяжем второй накид, и вот у нас на крючке все петли, и теперь мы все петли провязываем вместе. Вот так. Дальше 4 воздушные петли провязали, снова 2 накида на крючок, и снова в следующую петлю вот предыдущего ряда вяжем первый столбик с двумя накидами, вот провязываем первый накид, второй накид, но не довязываем до конца, оставляем на крючке. В эту же петлю вяжем второй столбик с двумя накидами, накиды мы провязываем, а сам столбик не довязываем, оставляем на крючке. Снова 2 накида на крючок, и теперь уже в следующую петельку провязываем первый столбик с двумя накидами, но не довязываем, оставляем. В эту же петлю второй столбик с двумя накидами. Столбики провязываем, петли у нас все на крючке, и теперь мы их все провязываем вместе. Вот так получается. Дальше 4 воздушные петли, 2, 3, 4, и повторяем 2 накида на крючок и в следующую петлю. Вот в каждую петлю мы вяжем 2 столбика с двумя накидами. Вот следующая петля у нас идет, вяжем первый столбик с двумя накидами, не довязываем, снова 2 накида на крючок и в эту же петлю второй столбик с двумя накидами, но не довязываем. Дальше снова 2 накида на крючок, и уже в следующую петлю вяжем первый столбик с двумя накидами, не довязываем, и второй в эту же петлю провязываем первый накид, второй, и только теперь вот все петли, то есть 4 столбика у нас получается с одной вершиной, а низ получается по 2 столбика, вот в одну петлю 2 столбика и в другую 2 столбика. Я думаю, вы уже поняли все. И через все петли теперь провязываем, протягиваем ниточку, то есть верхушечка у нас одна. Снова 4 воздушные петли, 2, 3, 4, и повторяем до конца этого ряда. Вот в следующую петлю 2 столбика с двумя накидами, но не довязываем до конца, оставляем на крючке петли. Снова 2 столбика с двумя накидами в следующую петлю провязываем накиды, петли оставляем на крючке. Так, и в эту же петлю второй столбик с двумя накидами, и только теперь все петли провязываем вместе. Вот так. И так вяжем до конца этого ряда. У нас, соответственно, должно получиться, вот если у нас на каждые две петли идет
одна петелька предыдущего ряда, то есть соответственно на вот этот вот лепесток у нас идет 2 петли, да, и у нас было 24 их в этом ряду, в предыдущем. Соответственно, по 2 петли в лепестке, это у нас получится 12 лепестков, как мы посчитали по схеме. Итак, вяжем 1, 2, 3, 4 и продолжаем все то же самое, что мы только что вязали. То есть все абсолютно повторяется. 2 столбика с двумя накидами в одну петлю, но не довязываем. 2 столбика с накидом во вторую, с двумя накидами в следующую петлю, не довязываем до конца. И только потом все 4 столбика провязываем вместе. Через все вот петли протягиваем нитку. Снова 4 воздушные петли и повторяем. Итак, довязали практически до конца этого ряда. У нас получилось здесь 12 лепестков. Этот цветочек очень похож на подсолнух. Его можно вязать ниточками разных цветов. То есть, к примеру, первые вот два ряда, да, вот эти вот серединочку можно вязать ниточкой черного цвета. Дальше лепестки ниточкой вот цвета, как раз которым я вяжу, либо желтеньким. И следующие ряды можно вязать ниточкой зеленого цвета, и будет очень похож на подсолнух. Можно вязать ниткой одного цвета, как я показываю. Итак, завершаем этот ряд. Вот у нас сейчас должно быть 4 воздушные петли, да, которые идут между лепестками. Но здесь я провяжу немножко иначе. Сейчас я покажу, почему. Вот, потому что следующий ряд у нас как раз вот начинается с этой вот петельки. Вот я буду начинать с этой петли, вот столбик получается здесь идет без накида, я здесь провяжу петельку подъема. Итак, вот нам надо бы здесь завершить вязание и 4 воздушные петли, поэтому я провязала 3 воздушные петли и верхушечку вот этих вот столбиков, да, я провяжу столбик без накида, и как раз я окажусь в этой точке. Столбик без накида у нас заменяет воздушную петлю, то есть они друг друга заменять могут. И дальше начнем вязать вот арочки из 5 воздушных петель. И вот смотрите, получается вот в одном месте, там где между столбиками, да, у нас арочки были, вяжем арочку из 5 воздушных петель и тут же 2 столбика без накида. Дальше 5 воздушных петель в следующую арочку, столбик без накида, 5 воздушных петель, переходим к следующей. То есть через одну, в одной просто столбик без накида и переходим к следующим, а в следующей арочке у нас идет 2 столбика. Вот один, 5 воздушных петель, арочка, второй. Ну, сейчас все увидим. Давайте вязать. Итак, завершаем этот ряд. 3 воздушные петли я провязала, завожу крючок в верхушку, где у нас верхушка этих 4 столбиков, в эту петлю, вытягиваю ниточку, петельку соответственно, и провязываю. Вот так. И вот я получилась как раз сбоку этой вот арочки. Дальше вяжу одну воздушную петлю. Она заменяет столбик без накида. Дальше вяжу 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Перехожу к следующей арочке. Под арочку вяжу столбик без накида. Ой, убежал крючок. Провязала. Дальше 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку вот я вяжу столбик без накида, дальше снова 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, провязали. И здесь же в эту арочку, то есть не в следующую, а тут же столбик без накида.
Вот через раз у нас так будет сейчас, увидите. Вот, провязали. Вот так получается. Дальше снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим в следующую арочку, вот под арочку. Столбик без накида. Дальше 1, 2, 3, 4, 5. К следующей арочке столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5. И в эту же арочку сейчас столбик без накида. Вот так. Вот, я думаю, уже поняли, да? Вот у нас вот так получается. Над одной арочкой у нас идет еще одна арочка, а в следующая просто как промежуток столбик вяжется. Ну, вот таким вот образом. И так вяжем до конца этого ряда. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку столбик без накида. Дальше 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку 1 столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5. Здесь же в эту арочку снова столбик без накида. Вот так. Дальше 1, 2, 3, 4, 5. Вот, провязали. Вяжем в следующую арочку столбик без накида. Дальше 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку снова столбик без накида. И тут же снова 5. 1, 2, 3, 4, 5. И в эту арочку снова столбик без накида. То есть в одну арочку идет один столбик, в следующую 2. Вот потому так и получается. Вот видно, да? И так вяжем до конца этого ряда. Итак, провязали этот ряд, и я провязала вот последние 5 воздушных петель, и у меня получается, вот смотрите, здесь в следующей был один столбик, да, то есть в этой арочке вот у меня шло, мы отсюда начинали вязать как бы вот первый столбик, а заканчиваем вот вторым. Арочка между ими идет 5 воздушных петель. И здесь у нас была петелька подъема, которая заменяла первый столбик без накида. В эту петлю я завожу крючок и через обе петли протягиваю ниточку. Вот так. Вот так. И вот у нас получилась эта арочка. Давайте сейчас посмотрим на схему, как вязать дальше вот последний ряд. Вот, смотрите схему. Тут, кстати, вот в предыдущем ряду получалось, взята была ниточка, ну, видать, рассчитана на ниточку другого цвета, так как здесь вот переходов нигде не показано, не было. И, соответственно, этот ряд вот тут у них вот заканчивался столбик. Вот 2 воздушные петли. Вот вместо арочки из 5 воздушных петель здесь был столбик с накидом, который 3 петли заменяет, чтобы получиться на серединке. Вы можете так делать вот отсюда, если вы будете использовать ниточку другого цвета. Так как у меня одной ниткой, то у меня получается завершилось вязание вот в этой точке, вот точка моя, поэтому я вот здесь сейчас поднимусь на 3 воздушные петли, которые заменяют столбик с одним накидом. Далее провяжу столбик без накида вот в первую арочку, затем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, в следующую арочку снова столбик без накида, затем вот арочка, которая идет
там, где у нас над арочкой два столбика, да, вот как раз в эти арочки у нас будут вязаться 5 столбиков с накидом, между затем 4 воздушные петли и снова 5 столбиков с накидом. И дальше повторяем. В следующую арочку столбик без накида, 5 воздушных петель, столбик без накида, и повторяем вот над этой арочкой, то есть у нас же они через одну идут, снова столбики с накидом. Итак, давайте вязать. Сейчас начнем вязать, и будет все понятно. Итак, я вяжу сейчас 3 воздушные петли, они у меня заменяют столбик с накидом. 1, 2, 3. Провязала. Дальше вяжу вот в первую арочку столбик без накида. Провязала. Дальше вяжу 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку столбик без накида. Теперь вот как раз та арочка, которая идет вот у нас над этой, где 2 столбика, да, вот она такая. Сюда мы вяжем сейчас 5 столбиков с накидом. Ну, чтобы вы понимали, это арочки вот в эту арочку, которые в предыдущем ряду, где у нас в арочке было 2 столбика, да, и 5 воздушных петель. Вот как раз в эти мы будем вязать, чтобы не перепутали, 5 столбиков с накидом, затем 4 воздушные петли и снова 5 столбиков с накидом. Вяжем накид на крючок и сюда в арочку. Вяжем первый столбик с накидом, второй, третий, четвертый и пятый. Ой, потеряла. Провязали. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И снова 5 столбиков с накидом здесь же, в эту же арочку. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязали вот так. Дальше в следующую арочку вот провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. И снова вяжем столбик без накида в следующую арочку. И теперь снова вот дошли до такой арочки. Вяжем так же само 5 столбиков с накидом. Вот первый. Второй, третий, четвертый, пятый. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И снова 5 столбиков с накидом в эту же арочку. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязали. В следующую вяжем столбик без накида. Дальше 5 воздушных петель. 1, 2, 3,
4, 5, снова столбик без накида, в следующую арочку, и снова дошли до вот такой вот, которая идет в арочке, 2 столбика вот в эту вяжем, снова повторяем 5 столбиков с накидом. Второй, третий, четвертый и пятый. Затем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Снова 5 столбиков с накидом в эту же арочку. 1, 2, 3, 4 и 5. Столбик без накида в следующую. 5 воздушных петель. Столбик без накида в следующую арочку. И снова то же самое повторяем. Вот так у нас получается. И так вяжем до конца этого ряда. Я уже думаю, что вы поняли, да? Вот в такую арочку, где у нас в предыдущей шло 2 столбика, вот как раз в эту мы вяжем 5 столбиков с накидом. Затем 4 воздушные петли. И снова тут же 5 столбиков с накидом будет. Довязали до конца этого ряда практически. И вот мы здесь отсюда начинали, помним, да, 3 воздушные петли подъема, они у нас заменяли столбик с одним накидом. Поэтому мы сейчас вот провязали в этой арочке 5 столбиков с накидом, 4 воздушные петли. И я провязала вот первый, второй, третий, четвертый столбик. А пятым являются как раз вот эти петельки подъема. Поэтому в третью петлю подъема завожу крючок, то есть соединяем, и через обе петли протягиваю ниточку. Соединили вот так. Теперь ниточку протягиваю через петлю, отрезаю, затягиваю и прячу в вязании. Беру крючок меньшего размера. И с изнаночной стороны смотрю, где мне удобно протянуть так, чтобы менее заметно было. Вот через петли завожу крючок вот так, захватываю эту ниточку и через петельки протягиваем. Так, и еще немножко. Можно еще пару петель. Можно при помощи иголки. Так, запрятали. Нитку лишнюю отрезаем. И наш мотив готов. Вот такой симпатичный мотив получается. Я думаю, вам тоже понравится. Этим мотивом можно вязать платье, кофточки. Сарафан можно вязать, также для шали подойдет более толстой ниточкой, к примеру, связать. И также он будет очень красиво смотреться, то есть поиграйте цветами. Можно связать край, к примеру, вот последний ряд зеленым цветом, этот ряд лепестки тем же оранжевым или желтым цветом и серединочку черным. И, ну, я вижу, что получится вот вид подсолнуха. Будет тоже, думаю, очень красиво. То есть всегда можно пробовать и экспериментировать. И любой мотив, он будет уже по-разному смотреться. Ну, вот так. Надеюсь, все было понятно. Задавайте вопросы, всегда стараюсь ответить. И берите вашу копилочку узоров. Очередной новый мотив. Всем спасибо. Пока-пока.
Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы первым получать уведомления о новых видео на моем канале.